Хорошо быть обеспеченным человеком, ни в чем не нуждаться, не заботиться об элементарных нуждах. Но каково быть сверхбогатым и иметь возможность купить то, что не купит больше никто? Сегодня мы с вами рассмотрим одни из самых дорогих вещей в мире. Перо птицы Гуйи – 10 тысяч долларов. Среди самых дорогих вещей в мире сегодня перо птицы Гуйи, жившей в Новой Зеландии до начала 20 века. Охота привела к исчезновению этих представителей семейства воробьиных, а причиной внимания к ним стали именно красивые хвостовые перья, которыми украшали шляпы. Последнюю живую гую видели в 1907 году. Хрустальное пианино – 3 миллиона 22 тысячи долларов. Хрустальное пианино Хейзман – один из самых дорогих инструментов. Оно полностью сделано из кристаллов. На фортепиано играли во время Олимпиады 2008 года в Пекине, а позднее оно было продано с аукциона за головокружительную сумму в 3 миллиона 22 тысячи долларов частному коллекционеру. Браслет с бриллиантовой пантерой – 12 миллионов 4 тысячи долларов. Браслет с бриллиантовой пантерой, по информации британских таблоидов, стал одним из участников зарождающегося романа между английским королем Эдвардом VIII и американской Уоллес Симпсон, который привел Эдварда к отречению от престола. Браслет украшен головой пантеры, символизирующей грацию, смелость, сексуальную энергию, что как нельзя лучше подходило избраннице монарха. Позолоченный Bugatti Veyron – 10 миллионов долларов. Владелец позолоченного авто, рэпер Флориды, ценник делает машину самой дорогой коллекционным автомобилем на планете. Машина разгоняется от 0 до 110 миль в час за 2,8 секунды. Похожее авто покупали нефтяные шейхи в знак своего достатка. Бриллиант Граф Пинк – 46 миллионов долларов. Граф Пинк – один из самых уникальных и дорогих алмазов мира. Это драгоценный камень естественного цвета. Лоуренс Граф приобрел его на аукционе Сотбайс. History Supreme – 4 миллиарда 8 тысяч долларов. 100-футовая яхта History Supreme, принадлежащая самому богатому человеку Малайзии, изготовлена с применением чистого золота и платины, а шампанское здесь разливают фужеры из 18-каратных алмазов. Спроектировал эту роскошную яхту британский дизайнер Стюарт Хьюз. В отделке использованы кусочки метеоритов, есть и статуи из костей тиранозавра. Главная спальня украшена панорамной стеной из 24-каратного золота весом 68 килограммов и бутылкой для ликера, сделанной из 18,5-каратного алмазного камня. Кровать с магнитной левитацией – 1 миллион 6 тысяч долларов. Кровать – повседневный предмет мебели, который большинство из нас считает само собой разумеющимся. Но магнитная кровать, которая парит на высоте 2 футов над поверхностью Земли и стоит так дорого, подарит ощущение, что вы парите в облаках. Она может легко удерживать вес более 900 кг. Система включает гигантский прямоугольный магнит, который позволяет ему удерживать около тонны, не прогибаясь. Дизайнер изделия потратил 7 лет на создание этой дорогой и уникальной кровати. Парковочное место на Манхэттене – 1 миллион долларов. Самая дорогая в мире стоянка расположена на Манхэттене. Она вмещает 10 авто, и каждое место сдается в аренду за 1 миллион долларов в год. Чучело акулы – 12 миллионов долларов. Редкое произведение искусства – чучело тигровой акулы в аквариуме с формальдегидом. Дэмин Хёрст создал этот шедевр по заказу Чарльза Саачи в 1991 году. Управляющий хедж-фонда купил его на аукционе за 12 миллионов долларов. iPhone 4 Diamond Rose Edition – 8 миллионов долларов. Телефон с логотипом Apple из 53 бриллиантов и лицевой панелью из 500 бриллиантов, где навигационная кнопка украшена розовым бриллиантом весом 7,4 карата. Дизайнер Стюарт Хьюз планировал выпустить только 2 подобные модели стоимостью 8 миллионов долларов. Вторая iPhone 3GS Supreme Rose от Стюарта Хьюза вошла в список самых дорогих вещей мира в 2018 году. Часы Карат Гемстон – 25 миллионов долларов. Часовщики Чопар создали самые дорогие часы в мире
из 874 фантазийных бриллиантов общим весом 201 карат. В дизайне использованы голубой бриллиант весом 12 карат, розовый бриллиант 15 карат и белый бриллиант 11 карат. Бриллиантовое колье 55 миллионов долларов. В мире украшений нет ничего дороже, чем это колье. Оно сделано из белого алмаза весом 407,48 карата, закрепленного на золотом держателе и украшено 35 бриллиантами круглой огранки, 27 бриллиантами грушевидной огранки, 9 бриллиантами в форме сердца, 5 бриллиантами изумрудной огранки, 5 бриллиантами-подушечками, 4 бриллиантами овальной формы, 3 бриллиантами огранки Ашер и 2 сияющими белыми бриллиантами 230 карат в качестве гвоздиков. Антивещество 2 триллиона 6 тысяч долларов за грамм. Антиматерия возлагает топ-10 самых дорогих вещей в мире. Разрабатываются планы по производству, изоляции и хранению антивещества для использования в качестве топлива в космических путешествиях. Его цена настолько высока, что ни одна страна на Земле не может позволить себе производство. Пожалуй, это самая дорогая вещь во Вселенной. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайк, а также оставлять свое мнение в комментариях, хотели бы вы иметь такие дорогие вещи. Всем до новых встреч!